кто не делает прическу, да, всех на лысо будем подстригать. Всем доброе утро. Скажи, минуточку, скажи, всем привет. Анютка завтрак готовит, овсяночки сварила. Яйцо поджарила и по огурчику, и кофеек будет. Камилу чай. Конфетки Анютка вам выбирает. Ой, они разные, да? А что это такое? Зелененькое. Нот? Да. Класс. Давай. Сейчас. Все, купили чечевички. Буду, Камилочка, тебе суп с чечевицей варить. Вот сюда надо коробки. Камила, ну по одной коробочке вот туда переставлять. Давай. Порядок наводим в машине. Давай. Еще. Цепка. Красотка. Да? Вот так чуть-чуть все коробки, чтобы они упали. Молодец. Помогает. Помогает с детства. К работе приучена. Товар. Товар. Раскладывай товар. А это мы тебе дарим. Давай чечевицу туда. Сколько штучек? Пять, правильно. ММДМС мы Камилочке больше давать не будем. Мы ж вчера купили. Аня же сказала, можно. Только Аня покупает, половину отсыпает, оставляет ей 5 штучек. А мне же она этого не сказала. Аня ушла вперед с Майком. А мы там сзади с Камилой плелись. И что у нас ночью было? Расскажи, что у тебя болело? Что болел? Живот болел. Так плакала. Говорю, Аня, шоколад, он же крепит. Не надо его. И утром сегодня плакала. Бедненькая. Так животик у нее болел. Аня говорит, а ты что не отсыпала? Я говорю, нет, я, ты ж мне не сказала. Ты сказала, можно. Я нашу молотила всю пачку. Воспользовалась бабушкиной. Невнимательностью. Ты эти не берешь огурцы. Видите, хорошие. Там почищаешь, есть нечего. А вот я сегодня тебе резала хорошие. Эти нормальные. Говори мне все равно. Эти не огурцовые. Они все одинаковые. Как хочешь. Давай такие. Почем они? 89, а те 113. Бери по 89, правильно. Лук надо нам что-нибудь? Картошка. Цены. Цибуля репчаста 16,49. Буряк перший гатунок 16,89. Кого купим? Сейчас купим, Камилочка. Батончики не будем ничего покупать. У тебя животик болел. Майонез надо? Майонез. Возьмем по акции какой-то. Хорошо, хорошо, ладно. Хорошо. В чем разница? Не знаю. Чумак 25, а... Своя линия 10,60. А это 15? Паста томатная с массовой часткой розчинных сухих речовин 25%. Склад томаты, масса розчинных речовин 25%. А дальше вообще ничего нету? Нет. Ну и тут и там нету ничего. Вон-то ничего нету. Ну, бери. Ага, хорошо. Валили очень хороший кетчуп, девушка. Кетчуп? А, нет, вот, а я мы все время детский, берем. Только детский. Нет. А, нет, детский не пробовала. Хотела взять этот, скажите, а почем он? Буряк? Свекла, да, буряк, сейчас почем? Хотела взять 41. Отварить. Аня говорит, мама, я беру все время он 2 пакетика, сладкий, вкусный. Она говорит, а на развес возьмешь, и бывает невкусное. Ладно, все, капусту квашеную не надо? Ань, капусту квашеную. Костя любит. Макарошки возьми, да, я беру это для пасты. Вот уже чуделка. Ладно, любит она вот эти, бери эти. Все, не морочь голову. Хорошо. Подорожала? Убрала, умничка.
А у меня дома тоже гречка закончилась. Но я не буду. Потом, может. Кого, зайка? Ой, Софиечка. Ну, возьми, но только не так. Вот дома есть суп с фрикадельками. Зачем мне вина? Надо? Одну пачку. А я тут, когда Кости брала, что я немного у него попробовала, что мне понравилось. Мы дома. У нас будет распаковка. Распаковка. Так, телефон. Соси меня ночью. Давай, кушай, сейчас включу. Сейчас бабушка видео снимет, а ты пока кушай. У нас Камилочка обедает. Ага, тебя за листиком не видно. Поставила своих друзей. Так, пищевую пленочку Анютка купила. Сосиски она вот эти вот берет. Добров. Кажется, засвечено у меня тут все. Так, сейчас я, знаете, что хотела сделать? Что я хотела сделать? Сейчас я поставлю пакет себе. Тяжеленный. Надо его еще сначала развязать. Развязала наконец-то или развязала. Так, у нас вершки яготинские. Мне кажется, я так далеко стою. Я привыкла у себя на кухне вот так близко. Или нормально, мне как-то непривычно. Я сюда поближе поставила. Так, Аня купила вот такой вот спонжик ВТБ. Это мы ВТБ все покупали. Два. Надо у нее один забрать, а то я один свой не взяла из дому. Так. Тут кто-то ел булочки синабоны. Я. Да, ты ела. Теперь ты супик ешь. Кушай супик. Ешь. Кого? Губку? Я тебе дам посмотреть. Потом брали в АТБ вот это, готовая выпечка. Три с сыром. Девчонки съели, София с Аней. Булку? Нет. Сначала суп доедаешь, а потом булку. Вот так и знала. Хотела ее не доставать. Нет, сначала фрикадельки надо съесть. Да, надо хорошо покушать. Чаечек. Пахнет. А то София не любит. У Ани чай вот этот вот на L какой-то. Ну, Софии такой не нравится. Потом Камилочки взяли вот такие маленькие-маленькие звездочки. Макарошки будем варить, да? Сосисочками. Я себе кофе взяла Якобс. Ну и почему себе говорю? Потому что Аня такой с Костей не пьет. А мы пьем. Так, София себе шейк взяла. О, это безалкогольный. Мирину разрешила одну пачку. Потом такой кетчуп. Королевский смак. Пасту. Не знаю, Аня читала состав. По-моему, Аня в видео. Или я у себя снимала, уже не помню. Все. Одинаковый состав. Только цена разная. Майонез королевский смак. Все, бутылку молока. Хотела взять большую там такую, но нам ее и ставить некуда. Из-за того, что места нет. Так, это майку карта. Потом взяли такую вермишельку тоненькую. Сейчас дам. Еще надо доесть. Мокрая кофта. Ага, ну снимай. Гречку бачили. Так, потом взяли свеклы. А сколько ж тут вес? 350 грамм. Бурячок вот такой. Бурячок. И ты любишь бурячок. А мы сделаем салатик и будем есть. Да, он уже и тут 350. Дай мне булку. Аня ест, говорит, вкусный. Ну, и готовит, булку. Говорит, вкусный. Иди, хочешь булку, иди садись. Так, суп ты... Как бы мне ее... Я виновата, зачем я эту булку? Так, Камила, а что ты разделать? А, это же носка мокрая. Садись. Ладно, пол тарелки съела, типа. Только садись вот сюда за стол и за столом ешь булку. Какую другую? Мне другой нету булки.
Волку бережешь. Яблоки взяли. Такие. Яблоку. Как же они назывались, не помню. Но Аня говорила вкусные. Взяли упаковку яблочек. Потом она еще такие макарошки взяла. Помидорки черри. Черри. Ой, если хочешь эту булку. Бери, бери. Так, девочки, огурцы и бананы. У меня такая себе распаковка. Вот эти пакеты, которые быстро разлагаются, они такие хлипкие. Но на то они такие пакеты. Зато экологически чистые. У меня сегодня не супер распаковка. Я немножко подрастроилась, конечно, за квартиры. На 1350, девочки. Так вот, ни о чем. Мы куски мяч нашли. Целый день сегодня была без мяча, да? А он за тумбочку упал. Искали и утром искали, не нашли. Так, сейчас я все вот это вот поразбираю. Обзор покупочек. И все. И пойдем сейчас там ребрышки будем жарить на костре. На мангале.